Ну что, друзья, всем привет. Очередные две посылочки мы видим на нашем столе. И что мы можем по ним сказать? Их две. Итак, друзья, опять же, замечу, волшебный скотч. Должно быть всем видно, я очень на это надеюсь, что вот здесь вот виден всем волшебный таможенный скотч. А это значит, что наши обе посылочки открывались. Итак, посылочка номер один. Значит, первая посылка будет вот это вот, практически там ничего нет, но я так предполагаю, что это без трек-номера посылочка, которая была, она непосредственно из магазина Gearbest. Ну, так сказать, это все, обе посылки из магазина Gearbest. И эти посылки шли ко мне практически 2 месяца. Итак, друзья, в первой посылке, по идее, должен быть USB. Просто USB-шечка для... переходник, короче, для нашего телефона Xiaomi. Переходник, пам-парам-парам. Да, вот мы видим как раз то, что и нужно. Значит, бумажка, я ее даже не смотрю, что там за бумажку. Давайте посмотрим обычное USB. Для чего нужно это USB? USB нужно для того, чтобы сделать переходник с нашего телефона. Вот такого, допустим, чтобы пользоваться не, допустим, пауэрбанком, да? Ой, правильно я вставляю? На данный момент правильно, да. Вот так вот, чтобы пользоваться не пауэрбанком непосредственно... чтобы с телефона вставлять, допустим, какой-то любой агрегат, либо это, я не знаю, USB-вентилятор Xiaomi, допустим. Вот, в принципе, такая штука. Ну, или какой-то другой момент. В данном случае она стоит некачественно, потому что здесь стоит вот такая вот штучечка, заглушечка. Пока я ее трогать не буду, и тем более это не на мой телефон. Но, собственно говоря, оно вот так вот с microUSB переходит на как бы обычное USB. На этом долго зацикливаться мы... Ну, хотя почему нет, давайте зациклимся подольше. Итак, значит, у нас таймер показывает 2.40. Значит, сделано, в принципе, здесь какая-то вот MyCo, это контора, фирма, наверное, которая вот изготавливает. Все сделано довольно-таки, так, довольно-таки качественно, я не вижу никаких здесь дефектов. На ощупь, я не знаю, ну, обычный пластик какой-то, вот, нового как бы ничего, поэтому сказать именно конкретного не могу. Единственное, что, ну, скорее всего, да, действительно он работает. Как он работает, я могу проверить только исключительно, когда вставлю какое-то USB. Допустим, вот, ну, я не знаю, это работает, будет сюда подходить. Да, эта штука подошла, допустим, видеокамера, ну, веб-камера просто вставить, я не знаю, будет она работать, не будет, скорее всего, не будет, но так, для того, чтобы вы поняли, что это как бы штука рабочая, вот я вот беру этот обычный USB, но я брал его для другого телефона, для того, чтобы в этот разъем вставлять непосредственно уже сам фонарик Xiaomi, потому что заказал ей фонарик и вентилятор. Вот Xiaomi, я правда не знаю, будет ли телефон служить в качестве пауэрбанка. Я надеюсь, что будет, и мы сможем. Человек, который, допустим, имеет телефон, ставит вот такую вот USB-шечку, затем ставит непосредственно уже этот фонарик, лампочку Xiaomi, и будет пользоваться. Как получим, как получу лампу и непосредственно этот вентилятор, ну, я вам сразу сделаю видео, потому что как бы до сих пор нет. Лампу и вентилятор я заказывал гораздо раньше, чем вот эту USB-шечку, но без трека я заказывал, как бы, естественно, оно идет гораздо дольше. То есть не 20-30 дней, как обычно, а идет вот уже 60 дней скоро подходит, и пока ничего не было до сегодняшнего дня. Ну вот, ну, друзья, в общем, все рассказал, может, кому-то полезная информация, может, кому-то нет. В общем, вот такой вот маленький обзорчик на эту штуку. Всем спасибо, всем пока.